то, конечно же, украинцы... Наши американские гости должны сказать. Если требуется помощь, украинцы должны помочь в первую очередь сами себе. Но я вам скажу, что со стороны американца теперь уже, что в Америке есть все-таки желание помочь Украине. И если говорить о сейчас предстоящих выборах, Хиллари Клинтон, так она сейчас один в поле воин со стороны партии демократов, так и все абсолютно кандидаты... возможные. Да, в партию республиканцев на пост президента, все абсолютно заняли абсолютно жесткую принципиальную позицию по отношению к Кремлю и готовы помогать Украине, и готовы помогать санкциями, которые, должен сказать, все-таки работают, и которые Путин очень сильно боится.